много есть образов, которые сами по себе сложились. Они взяли и как-то таким образом как-то нарисовались. Если же у вас, вам нужно сделать что-то такое более плотное, вот, например, продолжать уже плотное. Вот, видите? Можно идти уже по-другому. Достаточно сложно одновременно говорить и работать, потому что действует полушарие, когда говоришь левое. А у меня вся работа основана на том, чтобы работать на правом полушарии. Писать правым полушарием. Что такое писать правым полушарием? В Америке там, например, когда ребенок учится, его учат двумя руками рисовать. У нас левша, какой вообще, там просьба переучивать и все. У них и в эту сторону круги. И вот так, и так вот, все одинаково. То есть развиваются два полушария, у них, что называется, права меньшинств, правополушарных, у них выдерживается, там все в порядке. Да. Творческих, к сожалению, там не очень много людей, поэтому... Но зато у них есть вот внутренняя такая свобода, американцев. Наши всегда над этим немножко смеялись, но на самом деле у них есть эта свобода. Так. Ну, да, можно в любой момент закончить. Вот нормальная работа, которую в любой момент можно закончить. В принципе, она уже закончена, и она была закончена. И сколько бы я ни продолжала, в любой момент ее можно оторвать и закончить. То есть человек, допустим, вот беседа, да? Вот так же, как у меня там два ангела, точно так же я делаю. Вот. Она может идти, то есть не обязательно ее доводить где-то, а достаточно обозначить. Ну вот я люблю, конечно, с черным, да, вот это работать где-то. А вот это. Вот. Достаточно какой-то одну деталь дать, а вторая деталь она может и не быть. И подписать. То есть все остальное должна делать просто краска. Ну, здесь такие два, как бы, называются там разговоры. Кстати, вот все эти названия, они, я предпочитаю, чтобы они вообще были только после того, как работа закончена. Почему? Если вы к чему-то стремитесь, то есть какую-то можно держать идею в голове, но вдруг получается что-то совершенно другое. И хорошо. И пусть оно получается другое. Вот я, мой такой любимый пример, если вы, например, куда-то собрались, да, и что-то сорвалось такое, да вы радуетесь и тут же займитесь другим делом. То есть что делает художника художником? То, что он отрабатывает вот эти вот моменты здесь, он переносит, вот я имею в виду только именно свободно, спонтанно, дзен-живопись, а не такой вот подчиненный, понимаете? Вот, то, что он отрабатывает здесь, он переносит в жизнь. Если что-то изменилось, и слава Богу, значит, в другом месте мы найдем еще лучше. С работой не поладились, значит, меня ждет лучшая работа. Если там расходится, ну, плохо живется, значит, сколько мы сил не прикладываем, ничего, следующий случай, понимаете? То есть вот эта абсолютная свобода, открытость и желание идти вперед. И самое главное, не осуждать ни себя, ни свою работу. Что бы ни получилось... Что бы ни получилось, что бы ни вышло, все равно это ваш ребенок, все равно он какой ни есть. И его нужно таким принимать и любить, и не пытаться бесконечно его там мучить. Получилось у вас что-то такое, как что вы хотели? Хорошо, не получилось, уважайте то, что есть. Просто работа ваша, она должна немножечко как бы отойти от вас, она должна самостоятельной жизнью пожить. И тогда вы по-другому, более толерантно будете относиться к людям, например. Вот очень многих вот такие вот вещи, вот такие вот мастер-классы, когда вы сами люди делают вот эти свободные, излечивают от излишнего давления там на своих родных, там на мужа и так далее. Даже вот такой вот очень полезная вещь, я вам хочу подсказать. Сейчас я немножечко это самое, ее можешь потом куда-нибудь положить. А? Может, со стеклом ее снять вместе? Нет, я стекло мне нужно.
Валера, а потом мы там продлём, там нарисование. Именно спонтанное. Именно вот такое вот, это такая близость творческая получается, когда вы, ты знаешь, она вот такая мокрая, смотришь прямо вот с этой штучкой вместе, и потом положить как-то ее. Вы вместе что-то делаете, у вас единение на другом уровне. Это не просто, когда вы играете там, не знаю, в какую-то игру там, а это именно сотворчество. Сотворчество с детьми, в каком-то коллективе, когда один начинает, другой продолжает. Вот. Я да, я сейчас покажу другого типа работы в ракете. Другой тип работы – это жестко конструированная работа. Да, жестко конструированная работа – это вот была работа Инского плана, когда вы шли за этим. А здесь работа Янского плана, она будет на вашем, на чем она будет? На вашем, на вашей энергии, на каком-то ритме. А, да. А, как бы, в таком новом представлении, что такое художник. Потому что когда ко мне приходят, я сразу спрашиваю, какими именно вещами вы хотите заниматься. Научиться красиво рисовать, чтобы продавать работы в салоны, раздавать потом и выжить, это тоже нормально, можно это уважать, это ничего там плохого нет. Или же вы собираетесь что-то такое интересное сделать, ну, вы нормальным художником будете. Нормальный художник – это тот, который имеет свои каталоги, выставки, который имеет свое такое мировоззрение и так далее. Это нормальный художник, не таких большинство. Вот. С ними работают галереи, он входит в какие-то объединения или сюда. А есть еще художник, одиночек, ну не одиночка, а художник, который выходит за рамки за все. И вот этот художник, он и является таким как бы изобретателем. Он идет на полшага впереди или на шаг там. И такие тоже люди все напишут. Практически только их и знают. Ну, вот правда сейчас просто нарушение какое-то в нашем государстве. Нарушение вкуса, я бы сказала, вышестоящих обывателей. Это все прекрасно понимают. Потому что ни в одной стране в мире не воспринимают, конечно, и хоромы, и музеи рядом с Кремлем, как и у нас некоторые тут подвели, сами понимаете. Ну, как смеялся недавно, вышка была, шила. Мне просто говорили, а что у вас в России вообще художников нет? Ничего не хочу сказать, это один из таких стулей, каких многомордых. Но с другой стороны, государство должно поддерживать других людей. Не тех, которые хотят всем нравиться, и которые просто практически тянут назад и профанируют все искусство нашей страны. А те, которые создают нечто новое. Новые идеи, новый продукт, новые все. Ну вот сейчас вот... А, вот я хотела вам еще интересный материал показать, очень классный материал. Такой материал, к сожалению, в том самом я за границей покупаю, а здесь этот материал иногда бывает, называется лира. Чем вот лира? Лира. Акварельные белки. Это не пастель, не сухая, никакая другая, не восковая, не масляная. Это акварельные белки. Они очень удобны, когда ими начинаешь работать. А вот туда вот повынимаешь. Ими очень удобно, когда ими начинаешь работать в каких-то. Ну вот Германия. Вот. Ну и другие страны тоже производят. Наша страна не производит. Вот я говорила с Гавной тут. Беда. А сюда надо заводит. Я тут купила целую большую коробку, а потом опять исчезли. Вот. Не знаю почему. Потому что, знаете, плюс какой? Во-первых, мы их сухими берем, да. И в любом месте мы всегда порисуем. Я здесь просто уже намочила, а то можно было бы сначала порисовать, а потом посмотреть, как она распускается. Она как цветы, она такими красивыми. Да, она настолько красиво получается. Вот. А по мокрому тоже очень хорошо, смотрите. Видите, вот этих оттенков вообще нету. Этих оттенков в принципе нету в акварели, а здесь они есть. Их можно с одной стороны, ну, например, у вас бывает такая вот идея, что-то...